Сразу две специальности – повар-кондитер 4-го разряда и ландшафтный дизайнер – вот навыки, которыми сегодня владеет студентка Московского профессионального областного колледжа инновационных технологий Татьяна Коротченкова. Я поступила на садово-парковое ландшафтное строительство, обучаюсь на первом курсе, поступила без проблем, мне нравится эта профессия, и в данный момент меня интересует только это. Татьяна – девушка целеустремленная и активная. Кроме учебы, более 6 лет увлекалась футболом, играла за известную в районе команду. Недавно я перестала ходить на футбол, а так играла за «Спартак» Щелковский. 25 января у девушки двойной праздник, отмечает День студента и именины. Святая покровительница всех, кто грызет гранит науки, помогает в познаниях, признается Татьяна, поддерживает на учебном пути. Сама же Таня любит творчество и признается, с легкостью и увлеченно занимается рукоделием. Вышиваю, вяжу, шью, пою, танцую, много всего такого. А еще читает стихи. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую. Не прочите мне воды в ноги, горит за то, что я вас не целую, что имя нежное мое, мой нежный. Не упоминайте ни днем, ни ночью в свою, что никогда в церковной тишине не пропадет над нами аллилуйя. Дружба в жизни Татьяны Коротченковой занимает важное место. Ее подруга Маша признается, они не просто подруги, сестры. Очень добрая, хорошая, очень пунктуальная, очень. Вот если она сказала что-то, она это сделает, и мы договорились с ней встретиться, например, вот 8:45. 8:45 она будет на месте, и она очень не любит, когда я опаздываю. Она мне как старшая сестра, вообще во всем помогает, всегда поддерживает. Студенческие годы – годы особые. Именно в этот период налаживается дружба, завязываются отношения. Для Татьяны и Марии, которые дружат с самого детства, этот период – продолжение общей истории, которую они постараются пронести через всю жизнь. С праздником вас, дорогие студенты и Татьяны! Поздравляют Лилия Тимиева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».